Друзья мои, всем привет! Вот такая вот птичка попала в неприятную ситуацию. По всей видимости, у ней что-то с крылышком. Кто выходил таких птичек? Дайте, пожалуйста, совет. Водичку поставили, вроде не пьет. Подносили поближе. Не особо хочет пить. Да она пока сидит в аквариуме. Вот. Видимо, сил у нее нету. Она глазка то открывает, то закрывает. Ну, дышит. И периодически так ходит. Ну, по всей видимости, у ней какое? Левое крылышко, наверное, повреждено. Потому что ее на траву сажали, и она ходила, но левым крылышком плохо. Сейчас мы ее оставим здесь, пускай она отдыхает, сил набирается. Потом посмотрим. Птичке-то хочется помочь. Ставим ей водичку, пока аквариум не будем накрывать. Все равно она так высоко, наверное, не взлетит. Вот. Пускай отдыхает, набирается сил. Буду рада советам. Спасибо.